Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 13 на странице 47 рабочей тетради по математике для 2 класса автора Маром. Сначала, не проводя вычисления, подчеркни те выражения, значения которых по твоей прикидке равны 30, 47, 60, 88. Затем проверь вычисления. Тридцать – это 27 плюс 3. 47 – 50 минус 3. 60 – 55 плюс 5. 88 – 90 минус 2. Проверяем. 77 плюс 7. 7 плюс 7 равно 14. 70 плюс 14 равно 84. 90 минус 8 равно 72. 90 минус 2 – 82. 90 минус 2 равно 88. 50 минус 3 равно 47. 55 плюс 5 равно 60. 27 плюс 3 равно 30. Наши предположения оказались верными. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.